Назад домой. Инспекторы выпустили мараленка на территорию заказника Кискачинский. Животное росло в Абаканском зоопарке, и как только окрепло, специалисты решили вернуть его в естественную среду обитания. Репортаж Марины Канадаковой. Взрослый марал беспокоится за своего детеныша. У пары, которая давно живет в центре живой природы, весной родилась девочка. Специалисты сразу решили, что оставлять зверя в неволе не будут. И содержали маралуху отдельно, чтобы она сохранила независимый нрав. Когда подходят к нему, он ведет себя достаточно так настороженно. И специально было так сделано, потому что, чтобы лишний раз животное не привыкало к человеку и к тому, что он его может погладить, накормить и так далее. Как утверждают сотрудники зоопарка, именно сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы выпустить подрастающего зверя в самостоятельную жизнь. Маралуха окрепла и сможет адаптироваться в новой среде. И вот ее привезли в тайгу. Молодец! Животное выпустили в заказник Кискачинский. Это особо охраняемая природная территория, место концентрации копытных. Здесь обустроены солонцы и кормушки с сеном, которые становятся настоящим спасением, когда маралы и косули из-за обильного снега не могут сами добыть пропитание. И самое главное, на территории запрещена охота. Так что, говорят специалисты, маралуха будет под надежным присмотром. Здесь неподалеку, совсем рядышком, находится кордон нашего заказника. Инспектируется территория регулярно государственными инспекторами. Проводятся наблюдения, регулярно просматриваются данные площадки, довозится корм. Самое главное, чтобы животное сейчас прибилось к своим сородичам. Это многократно повышает его шансы адаптироваться в дикой природе. Всего же в заказнике Скачинский за последние годы выпущено уже 4 марала и 7 лосей. Марина Канадакова, Вести Хакасия.